Здрасте! Продолжаем проходить Far Cry 6. Hello, my friends, my dear, have a nice day. Квест «Смертный приговор». Короче, убить трех лейтенантов надо. Вот. Они расположены в одной там, в отеле каком-то, а потом в плантации и тренировочная база какая-то. Хрен поймешь, короче. Вот. Ну что, поехали. Печес. Суэрто, сейчас пришлю фотку здешнего убежища Либертад. Когда встретишь часового повстанцев, спроси про ночную смену. Ночную смену? Ладно, Клара, я приду. Потише сделай на туалетных. А то тут у них... А хули так громко у тебя все? А, не-не, начинается тут, блин, хватит. Так бывает. Иногда бывает, да. Бываешь, забывает. Ладно. Что там? Камеру, как говорят, надо настроить пониже что-то. Блядь, не так нормально. Чуть-чуть не нравится. Красиво. Так вот, неплохо смотрю. Ты же игру, ты же сюда приходишь смотреть, как играют, да? Логично же. Ты на меня пришел посмотреть, возить, факт. Я же просто, так играю, да? Секреты там еще всякую дичь. Вот, обзоры делаю, соответственно. Ты же не на меня пришел смотреть, ты пришел посмотреть игровую индустрию. То есть ты смотришь перестрелку, перестрелку, стелс приходит смотреть. Вот. Соответственно, же вам какой-то прохождение, воцпуя это все. Вот. Нафиг ты думаешь, как сказать, мою внешность смотреть. Не, по факту, вот зачем? Вот стоит же камера нормально, что тебе еще-то надо? Логично же? Что я тебе? И так, и так. Блядь, и уже что, мне вот так вот ее что ли пересекать? Чтоб она, блядь, задана наперед была. Привет, Дани. Привет. Я почти у отеля. Скоро все трое КММ Ярдос отъедут в мир иной. Бесит эта тупая анимация. Сейчас попробую в личный магазин нашел. Они даже не поняли, что происходит. Так что...
Наслаждайтесь отдыхом на курорте. На время вы забудьте о своем долге. Вы заслужили эту невероятно щедрую награду. А, Макс, подожди, а чего туплю? Там, где я сейчас сигнал вырубал, же там проехал, тоже есть. Мои войны, я рад быть вашим бесстрашным лидером. Террориста Карлос Монтеро. За это великое достижение вы заслужили небольшой отдых. Желаю хорошо провести время на курорте, но не Серьезно, я не делаю шуток для равнивого Серёжа. Вот ты где, Алла Кинга. Он пытается сбежать. Алла Рохас, твоя цель пытается сбежать. Черт, ясно, грасис. Я тут убивал. Брат, вот ты. Теперь уже не пытается. Это тебе за Карлоса, гад. Говоря, по тихому пошел. Да, сигналку поднял. Тушка-то взорвалась, да? Следующий у нас где? Вертолет сейчас съебет, пожалуйста. Эспада. Минус один. Но остальных здесь нет. Мрази чертовы. Проверь в отеле. Может, удастся напасть на их след. Их нужно прикончить, Дани. Их всех. Ладно. Пошла! Хорошая лошадка. Хорошая, хорошая, да. Чё на него? Вертушка стоит на месте, не трогает. Найс! Хорошо, very good. А, чё? Чего? Никого нет дома, да? Растущий здесь иранский табак обрабатывают органическим удобрением. Да, ну и жесть. Может, пение в своем любимом спа? Найду другого лейтенанта. Ништяки надо забирать. Похоже, он на своем ранчо. Ранчо? Пора убить их обоих.
Пока нет. Кажется, я напал на след. Хорошо. Бей их всех. Какая-то мокруха, или я послышался? Валяй. Тяжелая тема. Ответ на вопрос Лады. Да, Эскада, я потеряла друзей. Хороших друзей. Кастильо отнял их у меня. А время не лечит, так ведь? Спроси, когда все это закончится. Жив. Спрошу. Спецназ. Ну, разумеется. Пицца! Вон там! Что там? Вон там! Я слышал выстрел. Я супер. Ничего надо, на. Выстрел. У врага медик. Что там? Я пошел! Куда? Адаран! Проверьте! Быстро! Береги! Бинго! Там дежурный офицер. Нападай, ну! Ладно! Давай. Я пошел! Я прикройте! Помогите, чем враги! Сюда! Меньше слов! Больше дела! Казак приехал. Да, СВД 6 патронов. Да, был здесь. Здесь опасно. Так, осторожно, Даня. Снайпер, вот ты где. Кто замаскировался, его не видно. Вот ты где. За Карлоса. Мне не нравится. Эй, есть новости. Да. Можешь забыть о ком Эмьерге, которая тусовалась в типах. У нее были странные вкусы. Чудо, нахер ее. Вот именно, нахер. Ха! Сжечь. А, рыбалка. Чё? Ты видел? Чё? Ты откуда прилетела, женщина? Блядь, это был информатор. Смотри, мать, блядь. Блядь, она, походу, детонирует сейчас. Yeah.
койот, ты ебался. Александра Сергеевича Лукашенко. Боец на всем Западе. Они тебя уважают. Действуй. Сладко поешь, Рохас. Ну да. Со свадохи не пострелять, нахуй. Нашла. И впав, сдохни, гнида. Дело сделано. Правда? Си, с ними покончено. Дани, огромное тебе спасибо. Ты отомстил за отца. Пантера выиграла. Теперь Хосе придется вылезти из своей норы. Теперь этот засранец поймет, с кем он имеет дело. Точно. Так оно и есть, блин. Грасия, здание. Следующий, что там за квест? Открытое небо, Александр. В принципе, это как-то так, да, у нас? 20 минут, нормально пойдет. Проходит простенький квест в сюжете повстанцев-фермеров. Ну, как-то так. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Son of a bitch! Ладно, я ушел.